Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 119 серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели, как Халиль пришел в сознание. Это очень сильно радует Зайнеп. Новая сцена показывает нам, как в палату к Халилу входят все его родственники. Сюньюль говорит: «Ты заблокировала меня?» «Да, Зайнеп. Почему ты не позвонила нам?» Но Халил сам отвечает на этот вопрос: «Ты мне была не нужна, тетя». Новая сцена показывает нам, как Зайнеп продолжает ухаживать за Халилем. Девушка помогает мужчине встать с постели, а Халил говорит Зайнеп: «Тебе тяжело». Но Зайнеп, смотря на Халила, отвечает ему: «Ты все еще не понимаешь? Ты не можешь мне доставить неудобства». А на фоне мы слышим голос Халила. Мужчина говорит: «Я больше не могу жить без тебя. Кто я для тебя, Зайнеп?» И последняя сцена показывает нам, как Халил подходит к Зайнеп и говорит ей: «Время подошло». Зайнеп смотрит на Халила и не может понять, что именно. Но Халил, смотря на Зайнеп, произносит эти слова: «Я так сильно люблю тебя». Премьера 119 серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 13 июня.